бурду выписывали, а это нет. Ну вот, это тоже модный журнал про модниц и красавиц. Ну зачем я? Я с рода не модница. Ну красавица же. Я даже не умею модничать, я простой человек. Это была идея моей сестры, она хотела сфотографировать 4 поколения женщины нашей семьи. Перед Новым годом она выиграла у блогера эту фотосессию, и мы решили приурочить к 8 марта. Такая фотография получилась, потому что Лидия Константиновна такая прям, от нее свет какой-то, мне кажется, излучается, такая добрая, душевная бабушка прям вообще. Вот, и когда вот сфотографировала, прям сразу смотрю, думаю, ну, эта фотография точно должна в опыт попасть. Я проходила обучение, и задание такое было – выложить фотографии в ВОК. Когда вот эта фотосессия началась, я вспомнила, что ну, надо попробовать, потому что захотелось вот именно Лидии Константиновне доказать, что у нее еще все впереди. Ну, какая красавица. Просто, ну, вообще неплохая. Ребята были, ухаживали.